На тесной кухоньке трехкомнатной квартиры собралось 8 из моих 15 детей. Еще двое у меня тут проживает, младший десяток. Ну, сейчас мы чем занимаемся? Егор и все остальные. Егор-то больше второй день осваивает гармонь. И на второй день он решил нас удивить всех частушками. Сейчас мы все послушаем, потом по очереди тоже сами сыграем. Давай, Егорушка. Молодец, Егорушка. Вот первый раз частушки поем на кухне, и вы даже сразу все стали принимать участие. Ваша задача разучить частушки, да, и всем играть. Частушек много, крупно напечатанные, чтобы вам легче было выучить. И наша семья петербургская, семья Алексеевых, самая музыкальная. И должны мы частушки петь, как же, народные традиции поддерживать, тем более школьные. Это исполнял, мол, 10-й ребенок, мой 6-й сын, Алексеев Егор Владимирович. Да? А тут участвовали кто? Слушали, как слушатели, это Андрей, Король, любимец, красавица, умница, Государь наш, мой самый младшенький, 3-летний, Царицушка. Кто еще тут у меня? Мария, моя дочь. Мария, да. Маловато. И царёчек, раненый наш, с пробитой головой, да? Да. Да? Так что ничего. Сейчас следующий должен будет играть. Сейчас закончим запись, возьмем следующую. Следующие частушки кто будет петь?